лучший футболист в мире за последние 20 лет. У него множество наград и достижений в карьере. Будучи одним из самых красивых футболистов мира, он регулярно снимается в рекламных роликах и покоряет сердца миллионов женщин по всей планете. СМИ частенько осуждают его за чрезмерное позерство, да, за хамство и за ошибки на футбольном поле. И все же недавно Рональду всех заставил попереживать. Футболист появился на поле в своеобразной прической, которая многих озадачила. На его затылке появились две линии, которые сложно назвать ошибкой стилиста. Многие решили, что это очередной модный тренд, а некоторые посчитали, что с этим связана какая-нибудь драматическая история. Вторые оказались правы. Криштиану занимается благотворительностью. Поэтому какое-то время назад он оплатил лечение мальчика, больного раком. После операции у паренька остались два шрама на затылке. Чтобы поддержать мальчика, футболист решил выбрить и себе идеальные идентичные полоски. Любите вы Рональду или нет, но этот поступок действительно достоин уважения. А так, с этим поспорить очень трудно. Рональду действительно является величайшим футболистом за последние 20 лет. Кроме того, он действительно довольно-таки активно занимается благотворительностью. Но в отличие от других звезд, которые служат послами доброй воли, вкладывают деньги в какие-то фонды, Криштиану Рональду помогает точечно. Он сам находит того, кому помогать. И потом об этом не хвастается. Вот такой вот. На этом у меня все. Более детальная информация на нашем сайте.